Что-то почему-то все хотят слушать, всё, блядь, хватит, что кому-то что-то не отдали. Хватит, блядь. Говорю, блядь. Где ты разогнался, ёбаный? Стопните, блядь. У вас комбат упал или нет, что? Нет, ну а в чем он не прав? Нет, бьем. Все, потом. Какой токен он нахуй? Классы. Эти 500, которые 71 делают Т4, а те косари вообще стоят? Которые Т5? Блядь... Т5, да. Если некому, то можно вообще просто так отдать. Воин, охотник, шаман, нахуй там. Классы дать. Какая разница, блядь. Ну типа, никто не, ну, никто там сотку не поставил, чтобы кому-то нужна была эта печать. Нет, ролл по токенам идет как. Закончил если собой. Если ты ставишь сотку, ты знаешь приоритеты. Если ты ставишь полтинник, значит ты не в приоритете, тебе 50 на 50 она нужна. Так никто уходит, не нажал. А уходит по фул. Так он один нажал на это эту цену. Уходит по фул ГП просто. И почему, ебать? А значит, правило... это уникальный случай, блядь. Да, там. Причем тут фул ГП и 10%. Я ясно, наверное, сказал. Может, вы стопните базар этот. А они по фул уходят. Все правильно. И все. Просто вот эта вот процентовка, это просто приоритет. Надо она тебе или не надо. Он нажал 10, ему типа не очень надо. Больше никто не нажал ни 50, ни 100. Вот она ушла ему за 500, за фул ГП. Не потому, что там договорились. Вы, ну, что вы вкажете? Давайте это самое, подбегайте сюда. Бежим. А кто еще хапалы есть? Так, кто там полетает? Ну, Синтек с гламуром полетаете. Рестабаф обновить. Сейчас все подойдут, тут нету всех. Тебе какое? Сливочное или подсолнечное? Масло. Нет, такого нету. Не знаю, я вот смотрю... Оливковое есть? Нету, ебать, ничего такого. Лёха, оливковое есть? Не, в магазине покупать надо идти. О, блядь, опять масло кончилось. Еще один. Один заряд остался. Блять. Я вообще вон сижу 245-м, не жалуюсь нихуя нахуй. ДЦ-шить зашел, блядь, чисто, чтобы рейд нормальный был. Этот. Проверка. Тихо, что-то фризануло. Топа вылетел. Прям, блядь, конкретно фризануло. Вот ты вылетел. Хули 100 вашек. Я понял, блядь. Меня не фризит в игре нормально. На принцах. Если кто-то хочет уступить. Ну, сразу проверяйте приор на кольцо или что он там хочет забрать. Кольцо, приоритет. Пояс. На пояс, приоритет. Вот сейчас возьмем рейд, проверим приоритет. Он выше гиены. Вот. Выше. Все, место освободите. Давай освобожу. Выше никого. Я могу освободить. Да не надо. Это... Давай топа протонись тогда. Давай. Чё, дайте ему портал Далран маги. Да я уже жму камень. 3, 2, 1. Все, ушел. Сейчас мы по проходкам подумаем. Люди, которым проходки нужны, вы тактику на лича должны идеально все знать. О, на продакс пишет. Чего продакс? Подамажить хочет. Да, давай сейчас до лича дойдем, по проходкам посмотрим. Все это самое. Принимайте. Да я что-то. Галаша, давай ты справа, я слева. Притон, дай СС сразу по гламуру. Подавление слева и справа. Тин же, блядь, под ебалом тусуется. Чего, блядь? Под ебалом у толстого не бегайте. Там болезни, блядь, кидаются. Увижу болезни, кошки же. Я только что тебя здесь полил. На пресле играешь.
там, по-моему. Керсори, парашютист. Давление спало. Свечка вышла справа. Самая здравая синтек там, когда уже сильно начнет ее пробивать, ты стаки-то сам копишь. Ну да. На него восстановление кинешь, оно долго висит. И на себя тоже. Я так и делаю. Друг, ты инвалид тоже можешь подбавить на синтека и на гламуры восстановление, вот эту долгую хилку. Ты летай, летай. Смотрите осторожно, дамажит вас уже, заебись прям. Больше по стока не набирайте, набирайте 1-2 стака, один на входе, один на выходе, а то хуёво будет. Просто зайдете, обновите. А давление слева много. Свечка справа. Мы все сейчас уже закилим, по идее. Mm-hmm.
Так. Полтора часа синдролич. Короче, здесь что зовите. Вон, трансмог заберу. Нагрудник. Здесь никому не надо. Я считаю, что... Я, короче, прочел правила, что там написано, и там нигде не указано, что всегда по 500 уходит. Да похуй, похуй, поебать, все, блядь, не грузись вот от меня еще больше. И, типа, этот токен тебе даст зрителям 20 моим статов не похуй. Просто 20 статов. Просится на трэш перед синдроидом. Вот кольцо мне надо, пиздец. Кольцо дайте нахуй ханту. Вышел Войт? Ага. Блин, а чего-то нажрался там. Нажрался. Миг. Ой, какие у тебя там кольца, ВПХ? Ебать. Это прям, наверное, если он боем, то у него вообще отличное это кольцо. Хаста РПБ. Да. Вот теперь смотрим. Вот у него, короче, вот такое кольцо, а мог поменять то, что на кольцо повыше. Только Трися все равно забирал его по прямой. Скорее всего. А где тот код, нахуй, которым я волю отдавал, нахуй? Был же на код? Ностальгии забудь. Нет, нахуй, там другой был, по-моему. Нет, поливали нахуй. Бля. Пошли, заходим. Вот так вот отдаю эти шмотки, блядь. Народ что же разбегается? О себе думайте больше. Да если больше о себе думать, где никого не будет. Не, ну я тоже так выступаю, но, блядь, все равно. Такой вот новичок бывает появится. Неделя, вторая, третья, даже месяца нет в гильдии, ты ему уступаешь. Нет, ну это понятно. Я, кстати, неделю в гильдии. Все, не уступаем, Седжу. Пускай не уходит зебру. Да. Мне так не уступает. Ты 5 не отдаю ему. Волосатый, вонючий бэкро. Да при чем тут ты 5? Дай ответственного. Да пускаются, ребята, че. Да вы не волнуйтесь, все нормально, залутаемся, нахуй. Вы же, блядь, не один месяц где будете сидеть. И сервер, блядь, не через полгода закрывается. Давайте. Года два, наверное, еще. Не больше. Некоторые нахуй, он 10 лет играют, до сих пор нахуй. Ну, на не говори. Дели по 20 персов, нахуй. Там уже люди преисполнились, нахуй. Я вдруг хочу, нахуй. Потихоньку все оденемся, нахуй. Вон, в начале, нахуй, когда мы лича, нахуй, когда первый раз убили, у нас не было вот такого ДПСа, да? Ну. Сколько у нас там? 370 было, ну? Максимум. Ты, ой, что-то я убежал. Да. У меня коня обещали. Ой, блядь, как... Короче, залупа, блядь, правила. Мужики, а этот... придумывают, ебать, я вам... Глор с лича кому-то нужен? Да, да. Там пиздец, 60 флёр нахуй талон, кому он нужен? Если правила нет, а как ты его будешь придумывать? Через год нахуй или как? Синтек тоже такое выражение, на ходу придумывает. А как ты нахуй будешь придумывать? Ну вот именно нахуй. Должен был либо заранее, типа, а прям... А схуя ли я должен нахуй? Я тебе чё, Господь Бог нахуй все знать или чё, блядь? Чё ты хуйню-то несёшь нахуй?
Заранее, ебать. Нихуя себе. Я откуда знаю заранее? Может, ты завтра ливнишь, нахуй. Или призан ливнет, или гламур, нахуй. Я это откуда знаю, блядь. Да при чем тут ливнет, не ливнет? Никто ничего не знает заранее. Ну нету правил. И что ты, блядь, теперь? И что, я хуеплёт теперь от этого? Или что, нахуй? Я не говорю, что ты конкретно. Ну и все, и хватит, нахуй. Закройте рот, нахуй. И все, и сидите, играйте, блядь. Блядь, пиздец. Ебать, развели хуйню, нахуй. Хуже девочек, нахуй. В детском саду дети и то, нахуй, поспокойнее, блядь. Нытьё развели какое-то, нахуй. Хорошо, шеф. Да, блядь, понимаешь, нахуй, я играл на X2, я танчил, нахуй, в гильдию пришел, я танчил, там никто танчить не умел, нихуя. Вот я сейчас по ною, послушайте, как вы со стороны выглядите, нахуй. Я забирал на Фурика, нахуй, я первый по ДПСу был и танчил, нахуй, ни Халиона, ни Лича никто водить не умел, нахуй. Я и танчил, и дамажил, нахуй. И забирал воятели, нахуй, за фулл ГП, нахуй, потому что они мне ДПС апали, хоть по чуть-чуть напали. Я с ШМом ходил, нахуй, без воли и без чешки, нахуй. Я ШМ себе сделал вторым после ГМа, нахуй. ГМ гильдии, нахуй, сделал себе, пособирал и офнулся, нахуй. На аренку сходил вечером два раза и офнулся просто из игры, нахуй. А я всю эту хуйню забирал. И я без Т5 полгода играл, нахуй. Я в 4Т4 танчил, нахуй. Ебаного каратреса, ебаную всю эту хуйню, нахуй. Вот тебе нытье нормально, блядь? Нормально, я и причем, и причем не, ну, не я один такой, нахуй. И если у человека там, ну не знаю, ну 500 ГП, ну и что теперь? Ну так ебать, удали игру просто, нахуй, и все тогда. И тогда проблем не будет, нахуй. А как по-другому-то ебать? Вы что думаете, что, можно. Да, проблема-то не в ГП, мне похуй, я согласен, ну, вот. Лутать ГП. Просто, ну и блядь, все, раз. Меня раз... именно вымораживает отношение просто. Какое? Какое? Ну что, типа начинаю. Вот ты отда. Вот она нахуй никому не нужна. Они просто. У меня 245-й шмот, а они. Типа, мы все играем в команде в одной. Меня это не бесит, что начинается дрочка, что кому-то дали больше ЕП, кому-то они, дали меньше ГП. Они, смотри, они все правильно сделали, потому что все ГП, ну, все вот эти Т4 лутаются всегда за 500. И да Т5... сейчас уже нахуй все Т5 формят, все дрочат ЕП на Т5. Ну, есть разница между... 4 за 500. Смотри, а тебя, блядь, никто не возьмет, нахуй, Вока ебаная, нахуй, и ЗС, нахуй, если у тебя не будет 271, нахуй, Т4. Да, тоже, ну, тут тоже разные. Понимаешь, так в этом-то и суть, я же и объяснил, блядь. Нахуй. Просто хуй забили, не послушали. Мне до пизды. Я лутанул, окей, я ее загрейжу, у меня будет 271 шмот. Да вы... Я просто я объясняю, не знаю, что у меня нету загрейженных, блядь, 4.2. Да и похуй, да, блядь, ну, апнуться со временем, ебанем. А получается просто, хуя. Что я по приору просяду, нахуй, и не буду их дальше лутать. В этом вся суть. Суть не в том, что мне ее дали... Блять, что я ее залутал, да, он попроси, парни ходят, блять, в кару хер, блять. Сходишь и без приора, там, без ГП полутаешь. Ёпта. Да ну нахуй. Я скажу. Какие-то проблемы, я хуй знаю, блять. У нас никакого, ни спешки никакой нету. Нам ФК не делать, блять. Чего вы беспокоитесь, я хуй знает. Вы просто задайте, конечно, себе вопрос. Вы что, перса продаете, на продажу одеваете или как? Я вот не спешу никуда, нахуй. Вот у меня 4245, я вот ДСшник пришел щитовать рейд, блять. Хули. Ну у тебя их 10 персов, ебан. Ну, блять, блять. А их-то я одевал тоже, нахуй. Сколько времени на них ушло, нахуй? Ты думаешь, что мне просто все, ну, отдали, типа, анролом, нахуй? Я эту всю хуйню, приор, все это тоже говно сидел, ждал, блять. Нихуя не лутал, блять. Все тоже одевал постепенно. Просто, ну, блядь, просто забудьте про эту хуйню, мы идем нормально. Вот у нас сейчас 1.5 часа, и у нас синдра, мы уже на синдре, блядь. Мы ее ебанем, что, и рыбку там ебанем его на бычку, блядь. Сосредоточьтесь на том, чтобы закрыть рейд, и все, а остальное все это хуйня, нахуй. Надо еще синдру или че убить, ребят? На их нехуй убивать, вы знаете, они простые, блядь. Я вот сейчас думаю, только нужен ли нам 6-й хил. Вроде как нужен, нахуй, потому что я с такими лагами, блядь, не знаю, нахуй, кого спекать. Рависта? Или кого? У кого там Эрдун? Катриси есть вроде. Катриси лучше будет, чем Рависта. А эта хуйня нужна кому, вот этот, бля? Как называется? Плык, плык. Ухо левое, да. Плык? Зависли? Плык? Нет, думаю. Нет. Это... Мне подвисло. Плык Сендрагоса или что ты имеешь? Да-да-да, плык Сендрагоса. Ну как бы да. Там Лингер. Там мне Лингер. Не очень. Мне не очень. Ну, там... У меня есть здесь 64-й на всякий случай.
Сейчас закроем. Да нормально, блядь, все. Че вы, блядь? Ты главное играй, а то у нас ханта давно не было, блядь. Мы ходим в ЗС. Тут, ну видишь, что тоже, то работа, то еще что. Ну, хули поделать. Ну, ждать придется, но. А так-то, блядь. Ну, у меня обучение было, я ж предупреждал. Ну, видишь, там, то обучение, то... Никто же от этой хуйни не застрахован. То у Синтека учеба, то еще что. ПК же был, да? Синтека, то учеба, то пивнуха. Ну, чё, студенческая жизнь. Он сейчас носом чует талисман. А чё, скажешь не так, Макс? Я ну, там, знаешь, что там выпадет? Там кто там в два ночи сидит, блядь, бухает? Кольцо мое там выпадет героическое. Это было-то на Новый год. Я думаешь? С Нового года не пил. Нет, это вот было недавно, я так скажу. Когда недавно? Когда-то на следующий день на РТ пришел, блядь, под энергетиком. Уберите это, блядь. Тотем, петов убери. Я не могу позволить себе энергетику. Ой, блядь. До энергетика это было. Ебучие ДКшники. Последний всё, раз я убрал я пэта. А все уже. Вот числа 6-го. Или даже 5-го. Так. Я после этого вообще не пил. Даже сейчас я хотел взять пиво, но я взял энергетику. Так, ну знаете, да? Сделал. Знаете всю хуйню, тактику, да? Ну-ка, давай что-то. Короче, мы поняли, Макс, ты 7-й годок не пьешь. Сапрот. Кому сапрот надо? Есть такие? Сейчас 2 минуты подойду. О, Ген Банан на замену просит. Ты уходишь? Я вон пьян. Так и чё, бить-то кто будет? Заберут. Его убить надо сначала. Там рарник есть. Я в говно уже. Это, там Кирсори тоже. Тоже в говно. Чё Кирсори? А нахуя рейдить геры и бить? Кто-то плюсует. Но стресс здесь? Так идем охуенные, блядь, что-то куда-то кто-то собрался. Так, подожди, давай надо посчитать, ну как это. Так. Квартальных 3, это 1500. И боссов сколько там? 7, да? Сколько? 3 до кораблей. Тухлый 6, да? Валька и совет. Это сколько? Откинь Синдру 500 2, и откинь Лича 1000. 2 100, было 400 на прошлом войне. 3600. До Лича, точнее. Плюс 3600. Константа, минус коин. Нас в школе учили, где-то говорит... 250, блядь. В школе нас учили, говорит, что 1 плюс 1 это 2. А тут бисит икса, тангенс, косинус пошел нахуй. 1 плюс 1 будет 10. Нихуя 3600. А сколько, блядь? Так. Вопросы ГЦ. Значит, когда Лича убьем, тебе 5-100 прилетит, то будет не уго, да? Какой 100, блядь? 100 это чего? Гламур рарников. 5-100. 5-100. Да я уже типа просто забыл, сколько, блядь, за киру дают. Так, Атрисия спикнулся, да, ага. Гламур где? Там вон крипта на замену просится, можно продукса взять. Ну, кстати, когда? Крипта ты на замену просишься? Да. Ну, плюсовал на замену. Да, на замену бы сходил, что-то, ну, флизит вообще жестко. Вон топ уберите. На продукса бери. Для продукса тоже можно. Кирсори, ты на замену хочешь или что? Кирсори там что по приору заберет, нет, что-то не. Пишет, будет ебашить. Ну, продукс и суммоним. Призыв начат, там то в инсте что-то или что? Я камень нажался. Так, кикну пока у вас там на Личе, посмотрим по проходкам. Ебать.
прист какой-то. Сеска, трясся нахуй. Талисман удачи. Я сейчас начну скринить себя, блядь. Че он там, как бич одет? А Продос, ты где, бля, ебаный в рот? Какие-то проблемы? Да он в чат пишет, пиздец. Че он там пишет? Ну, смотри на эту хуйню. Дрочу свой хуй на тебя, крошка. Ебаный. Мастурбация, словно японская гейша. Пиздец. Пиздец, вы что, не шарите? Серьезно? Блять, заебал нахуй. Просто АФК, топа обратно. Просвети, откуда эта хуйня? Я заебался эту хуйню, это ну... Песенка одного школьника. Такие интересные, блять. Мы идем а тоже, нахуй. Принимай. Проситесь в рейд, блять, и АФКшите, ребят. Пиздец. Да там пиздец, нахуй, а продукт с АФК, блять. Че я буду ждать, нахуй, полгода, что ли? Рарника забафайте и топу. Все, рыба стоит. Заебали, блять. Проверка и будем пулять. Парнику каску, блять. Так, и потопи. Давайте там это запускайте, все готовы. Первый его, что ли? Да? А. Ебать, еще отбежать от притяжки же надо, ебать. Охуею, нахуй. Без тут... чарки на ботинках, блядь. Да. Это пиздец, кринж. Сейчас смотрим, будет первый сдохнет. Это пиздец будет, нахуй. ГП, нахуй. Беги, малышка, беги! Понял, нах. Нихуя никого не зацепило? Охуеть, правда? Да ну нахуй. Потише, потише, друзья. Я там раньше времени, да, сбивают? Блять. Где бить? Право. Стопните. Сука, кто разбил? Ебана, брат. Кто-то реинтересно. Кто-то перевозбуднулся нахуй. Отрейся реинтересно. Пойти воет красиво стоял. Воет, это что, трансляцию врубил? Ага. Скрин сделал. Ага. Скринж. Тяжко после дыхания, мы готовимся. Беги, малышка, беги! Говорите там, не сдохните. Бля, разобьете сейчас? Сейчас центральная сфера уходит. Бля, прячьтесь. Самую дальнюю проводку. Вы чё, дауны нахуй? Вот Катрися, как ты поставил прям стенку? Не спрятаться ничего. Да у нас ломают каждую, блядь, взлет. Вот эту не бьют, потому что нельзя спрятаться. Короче, нахуй. Я не знаю, блядь, как обозвать, нахуй, но это...
Я просто ГП следующего тратил такую хуйню. На, вот да, вот давай подумаем, кому дать ГП нахуй. Всем? Кто разбил? Кто разбил? Кроме делов и тех, кто в глыбах ну, были. Ну, всем, блядь. Можно ну, же рассчитывать эту давайте, хуйню. Давайте доты, посмотрим доты. ДПС по глыбам. Короче, это долго это вычислять, мы просто время проебем. Смотрите, я вам просто скажу еще один раз. Мудаки, сука. И глыбы надо разбивать равномерно, нахуй. А не одну до десяти, нахуй. А фуловые у вас лево-право стоят, нахуй, по краям. Бакланы, сука, бегайте возле глыб, возле фуловых. Милики, нахуй. Милики три центральных, блядь. РДДшники крайние бьете, нахуй. И не бейте, сука. 50% добили, потом успеем добить, нахуй. Потом... Ой, блядь, инвизибл, сука. И считайте эти, как они называются? Бомбы, которые падают. Их 4 падает. Вот. Четвертая бомба падает, это значит, уже можно дотки навешивать, начинать. Но надо смотреть, чтобы ХП было не 5000 нахуй, а 1050-100 там углы бы, чтобы ее можно было, ну, разогнать по ней. Не делайте такой хуйни больше, блядь. Играйте как бичи какие-то, бабуины нахуй. Позорные собаки. Да там одну глыбу вообще не бьется, она прям в стенку ставится. В стену не ставьте, нахуй. Ебать, что сложного? Проблема не в ней была. Нахуй вы в стену ставите. Вот стоит кружок. Вот перед звездой одну вы ставите. Вот тут вот. Перед звездой вот так. Не, чтоб танк смог босса слить перед глыбой. А две остальные вы ставите вот, блядь. Не в стене, нахуй. А вот одна тут. Одна тут, нахуй. Где там? У стены там нету нихуя. Не надо ставить у стены, блядь. У стены, сука, как люди прятаться будут? Ну чё, ебанутые, нахуй. Короче, вон нашли кому это, ГПшку дать. ДКшникам. 4 АДК. Хуя вы придумали, блядь. ДКшники. Потому что не надо разгоняться нахуй по глыбам еще. Не надо разгоняться. Этот, никто не гонит. Там две совы покидают этот. Этот самый ДКшники, доты не юзайте на глыбы. Просто бейте там каким-то, который доты не вешают, это атака. Или просто автоатакой хуярите. Тогда еще сова может тоже ХП накинуть, чтобы старфоу жмут, блядь. Сейчас я покажу. Короче, давай сейчас вы убьем. Допиздитесь, нахуй. Сейчас, короче, притяжка, блядь, вся любая хуйня ГП, блядь. Не знаю, насчет глыб, вот это в ваших так. руках, блядь. Притон СС, да, и на Синтека. Так, готово? Да, была. Нет. Вот стоят на ней. Отойдите с рыбы. Рестабаф. А Вист, отойди с рыбы. Дайте дживсы, куплю реги нахуй. Заебали, не бафают нихуя. Да. Вот. Пиздец, рыбу нахуй не видно. Чё-то чуть-чуть тильт уже от этого рейда нахуй. Ты хочешь за 2 дня целка проносить? Нет. Да нет, за один надо, за один. За 2 часа. Ну, за 2 часа. 2.5 максимум. Ну, это совсем прям быстро. Это 550 ДПС надо, и не косячить. Хоть и не исполнять. Ну, за, ладно, за все, 3. Пошли, запускаем. Ой, блядь. Хуй знает, лаги дикие, пиздец. Беги, малышка, беги! Шоу фир. ФП. Не могу 3 ФПСа. Этот, Синтек яснишь. У меня это не было. Хоу. Заранее старайся бежать, хули делать. Четвертая глыба.
только не бьют глыбы, блядь. Синтехлес. Вы что, дебилы нахуй? Вы не можете рассчитать на глаз ХП, блядь, и как вы их убиваете, блядь, скорость или что, нахуй? Нахуй вы их совсем-то не бьете, блядь. Я в ахуе с вас просто, блядь. Где голова, блядь? Забафайте шалфира. Пиздец, парировали сколько. С дыханием будем готовимся. Ой, блядь, беги, тяжко. Малышка, беги! Все подвисли? Нет. Пиздец. Разве... Сегодня сервер нахочет, пиздец лагает. Внимательно смотрим глыбы. Ебаная игра, блядь. Крест, кружок, две левые, две правые, блядь. Да кру... Ну, блядь, крест, нахуй. Ебать. Я хуею, нахуй. Чё там, блядь? Четвёртая летит. Как дела там? На ХП глыб смотрим или нахуй надо? Вы без монитора играете, блядь? Сука. Минус два. Этот. Друид инвалид Катрисию. Катрисия хукмастера. Ну быстрее, нахуй. Ёбаный в рот. Вы рассчитываете свой дамаг-то, блядь? Мастера Элиса. А, у него КД, нахуй. Могу резнуть. Если водикон. А ешь сейчас умрёт. Хилы, сука. 4 хила под освобождёнкой, нахуй. Даже 5 хилов сейчас. Тяжко готовимся. Сокро дол на всякий. Отбегаем. Так, фаза наступила. В кружок ушли. Внимательно, сейчас без... Прекращаем стакать. Не, да, стопайте стаки, все. Все в ноль сбросили. Там был пацан. Да, иду, иду. Уходите, мили. Так, хорошо, освобожденки нету. Сразу разбиваем. Следующую ставим туда. Не бьем. Милики, два удара, все, ушли милики оттуда. Мастер. 4, 3, 2, 1. Тяжко будет, да? Да, да. Да. Не бейте. Не бейте, не бейте, не бейте, блядь. Сейчас если кинется метка, то метку вперед. Просто вперед метку. Вперед, вперед. Бейте, бейте. Гляньте. Освобожденка. Вдвоем замерзли. Ебать нахуй. Вот. Она притяж... Все, бейте уже глыбы. После притяжки надо, чтобы их разбили. Лингрена, Лингрена, захильте, захильте. Звезду, в звезду. Ушли, милики, назад, назад ушли. Захильте, Вилашу. Танка. Блядь, дебилы ебучие. Ну съебитесь вы отсюда, мудаки, нахуй. Разбейте все, про босса забудьте. Шалфир до ХП читай, блядь. Разбейте ебаные глыбы, нахуй. Вы что, не понимаете, вынеси. Блядь? Убегайте, убегайте, Катрисе. Да, в сторону поставь. Дурак, сука, нахуй ты под дыхание выходишь, нахуй. У кого БР есть? Рави, стрессай его. В звезду сейчас. И не бейте, надо скинуть всему рейду стаки. Блять, говно не делайте. Давай. Я вот сзади. Нахуй ты сзади. Рейси, блять. Спрячемся за него быстро. Ряньте на ХП. Ряньте на ХП. Танка Лингрена подхильте. Быстренько подойдите. А Самуру. Умер. Блять, мудачьё, блять. У кого БР есть? Сейчас будет притяжка, в звезду. Встали все в кружок, нахуй, быстро.
Ебать. Ебаное говно, нахуй. Сука, говорю, блядь, не делайте хуйню, мудаки, блядь, играйте нормально, блядь. Ну босс простой, пиздец. Ебаный в рот, нахуй. Нахуй вы, сука, стоите морозитесь в звезде, нахуй. Туда глыбы несут, чтобы рейд стаки скидывал. За каждой глыбы надо скидывать. Блять, ебучий в рот, нахуй. Рейд, блять, дохуища ДПС, а мозгов ноль, нахуй. Куда ты, нахуй, убегаешь, ебать, в лестницу, нахуй. Ты еще в Долоран портанись. Зачем, нахуй, ты туда убегаешь, блять? Стаков было много, я это... Так не стакай, скинь их, нахуй. Один стакни, блять. Два стакни, нахуй. И стой в рейде, блять. Тебе надо будет нести глыбу, ты подводишь рейд весь. Блять, бараны, нахуй. Игра пиздец простая, нахуй. По глыбам просто играть надо. Сука, как вы, блять, не понимаете нихуя, нахуй. Забудьте про свой ДПС на раз хотя бы, блять. И убейте босса с первого трая, его там нехуй бить. Все, блять, заезжено, все уши, все прожужжал этой тактикой, нахуй. Человек звезду принес метку. Вы скинули стаки свои ебучие. И все, зерганули метку. То же самое, РДДшники. Вы видите, метка быстро убивается. Стаки на вас с энергии скинулись. Шаг влево сделали и хуярите босса. Освобожденка, стоите, чилите нахуй в кружке. 5 хилов под освобожденкой. Говорим нахуй. Равист, Вадикон хилят нахуй. Шалфир и Рианти на хп есть гимны, блять. И не выносите метки под ебал, если вы не знаете градусы дыхания. Да, Катрисия, нахуй. Хули ты ее туда понес, блядь. В следующий раз вправо неси, нахуй. Вправо несите. Просто под хвост легче унести и все. Или я не знаю, вот сюда ты вынесешь еще. Вот сюда, да? Вот тут тебя дыхание еще не сбреет. Дальше уже 5 метров, нахуй. Там сбривает, там 120 градусов конус. Там нихуя не надо спешить. Все спокойно делается. ДПС дохуища. На взлетках с глыбами получше играйте. Вы их то до 10 бьете, то до 50. Они у вас стоят 50%. Нахуй Синдра садится 50% глыбы. Вы че, блядь? Совсем мозг не работает? Или как, блядь? Тут за каждого с вас не сыграешь, блядь. За ручку не поводишь, блядь. Играйте как-то, блядь. Все, пошли запускать. Пиздец, кринж нах. И старайтесь. И отбегайте, все делайте. Будет все заебись. Главное, пацаны, не паникуйте. Да. Спокойствие, только спокойствие. Ну и девушки нах. Ну вот завис нахуй, я в ахуе. Возжденка на трех хилах. Ебать. Туда-сюда, какая-то сторона. Я, короче, стаков 7, да, разрядил? Беги, малышка, беги! Всё. Я в печеньке. Налево. Сука, успею, нет. Подбиваем глыбы равномерно. Знаем такое слово, нет? Равномерно. Две глыбы упало, осталось еще две. Вот третья падает. Крайнюю правую верхнюю РДД помогите, пожалуйста, я на ханте в миде стою, не могу ее, блядь, нормально бить. Я не вижу, где это. Последний, нет. Все, фул по глыбам. Крайний, направо повернули лицо и убили все глыбы, блядь. После дыхания будет притяжка, готовимся. Поближе к боссу стоим, чтобы сразу отбежать, но времени больше.
Не убежал. Пиздец. Этот, у кого есть БР там? Синтек, лесы. Ой, Синтек. И у К3. Сразу щит себе, да? Сука. А я, главное, в рейде был, потом по видосу глянем. Там должно было разъебать 20 человек с таким нахуй. Ну что ты, ну? Прячемся. Я хотел центр, хотя бы сместился. Вот центр стоит. Равномерно по глыбам. Видите, где глыб больше? С правой стороны. Значит, туда и бьем. Третья падает. Внимание, у глыб дохуища хп еще снести. Не играйте по моей глыбе, ебать. Четвертая падает. Триста тысяч самое дальнее. Глыбы, глыбы бьем. Сможете ко мне? Нормально только по мне. Из-за глыб вот у нас будет взлетка третья на сейчас. Беги, малышка, беги! Че, я сдох? Нет, живой. Че, повис? Да блять, я вообще куда-то побежал крюком, хвост нахуй. Ты скакнули, чем будем убраться? Нахуй знает. Так, 2%. И 5 секунд. Должны успеть. Хуярьтесь сильно. Привет. Угу. Все, первую звезду сразу разбить. Милики, не сука. Не стакаем. Лишнюю не морозьте, не стакайте обморожение, нахуй. Реально. Разбили. Блять, у меня висит все нахуй. Разбейте. Если на мне будут кричить или отбегать. А так, эту не бить, будет притяжка должна. Так, стоим, ждем. Ага. После притяжки. После притяжки разбивайте. Так, освобожденка. На мне только, остальные хилы работаем. Сразу разбивайте. Назад не выноси, только синтек. Вы разбили там? Следующий тоже туда же. Тилар. Говорите, потому что у меня отстает секунд на 5. Так, следующий тоже туда же. И тоже разбить. Притяжка. На следующую притяжка. Следующую в звезду и будет притяжка. Вилашу хилим. Гламорча. Так, ждем притяжку. ДД бейте. Топните. Разбиваем. На хп дам. Рианти типа, это в звезду. Милики ушли. Ебитесь, ебитесь. Все, разбиваем. Следующую звезду. Еще до притяжки доживем, и потом это самое. Водикон. Водикон реса ее. Пускай побьет. Сори, крик на хп обнови. Так, ставь и сразу разбиваем. Короче, смотрите. Там будет баг.
будет притягивать одновременно с глыбой. Поэтому сейчас эту ставим, эту Радикон. Ставим, эту ставим и не бьем. И ждем еще одну. А вот, блять, скорее всего, надо было. Вот да. Блять, если притянет, будет вайп просто. Все, нормально, не, стоим. Все, стоим, блин. Вот, нормально. Вот она притянет. Все, Геру. Все остальные в сторону и фул по боссу. Вбивайте. Топа. В сторону. В сторону. Куда, блять? Вы сейчас там. Че ты? Нормально все. Че, добивайте два ляма. Вадик. Все, убили. Уе-та. Ну да. Ты тоже вот проиграл. Че, на меня что-нибудь выпало? Возьмите глыбу. А, ну да, в принципе, можно. Ну, в принципе, на тебя. Левая рука, да. Блять, так у меня. У меня пухи нет. Ну это травма только, если холик убрать. Так, бери. Так, на распыл. Ну вы заебали хлопать. Ну вот там она синтеку нужна, нахуй, нихуя себе. Друид инвалиду тоже. Синтеку все надо. Синтек пылесос. У него собачки. Покоритель. На лича, когда бежите, там не сагрите валик. Пока нет. Их нету что-то. А, не с другой. Ну, не вон, с другой, бегите быстрее, глупцы. Нет, несется он одна. Вот там осколок. Угу. Сэджу, за сотку забрал? Ну, да. Нет, за 10, блядь. Не, ну мало ли. Да за сотку, да один хуй, если один даггер упадет, я его не полутаю. По сути, ну... Не знаю, насколько у нас ДДшники в 71-м, ну, статы так-то апаются потихоньку. Опа, давай, не, не, в этом, в эрдру оставайся. Оставайся в эрдру. Ну, хули пиздец, блядь. А мне каково, нахуй? Я вообще не хочу на ДЦ играть. Ой, блядь, тут только ради того, чтобы рейд был нормальный. Придется работать. Ой, на ретика зайду. Так. Там. По проходкам. У кого есть проходка в рейде? У меня есть. У кого лучше спроси нет? Блять. Я могу. Да, хилы, ШП, лок, палы, не плюсуйте лучше. И друиды тоже не плюсуйте. Друиды тоже. Бэрон. А у них Бэрон. Так, у Ворлда есть, так, да? Сразу и обрезал, блять. Я боюсь. Подожди, я... подожди, какой я... лок? Нет, с вами Фредди или который вначале уступил? Тот, который в рейде. Вот там продак совместно Волга. Так, так, а у тебя что, на хукмастере есть проходка? Да, да, да. А на пале нету, да? А, да. А у тебя на пале есть танк? Нет там. Нету. О, танка? Бля, их там. А осколки не хукмастер разве забирает? Ну, шалфир заберет сейчас. Так. Никому не уступить, я говорю, сидите, блядь. Ну, с кем я буду убивать, блядь? Рейд будет опять, ну, хуй пойми на что похож. Ни бафов, нихуя, ни ДПСа. Этот, ни гимнов, нахуй. Этот. Кто он, блядь? Так, сейчас Бурибай заходит. А ты иду на минуту. Я понял, кому мы сейчас проходку, получается, тут Тутилару делаем? Кому еще? Закханычу, да? Или у него есть? У тебя есть? А, у тебя есть. Олд Варлок нету. Вот то продукс добавится. А Олд Варлок 4 первых босса убиты или нет? Нет, я вообще не был. Ну, я вот сюда пришел первый раз, но типа уступил. Так, а у тебя ж вроде откуда у тебя палка тогда? Или ты купил палку? Палку мне загнали. Ага. Анна. Какой есть. Так, а продукс? Кто еще? А у тебя Бурибай на пале нету проходки, да? Лича? Или есть? О, продукция 4, нет босса. Хули, я поздравляю, блин. Вот, давай морду возьмем в хила, нахуй. И я пойду на нормальную оперативку. Хотя мне тоже проходку же надо доделать. Нам придется сидеть.
что мне эти проходки на 10 метров вперед, вот это первый. Это для начала я тебе скажу, там микрофон поверни к лицу, бля, не слышно нихуя. Я бы постоял в таких условиях, я бы посмотрел. Сколько там сыроницы? А можно еще погромче? Да, это тихо, пиздец, очень. Ну, я не знаю, Бурибая тогда чилить? У тебя есть лич убитый? Ну, я могу поменять. Сыронит CS5 500 стоит, самый дешевый, науки вчера продавал. Я говорю, есть. Сейчас, подожди. Меняй на Бурибая. Мне ни шмот, ничего не надо. Ладно, давай. Вы можете синтет поменять, если хотите. Поставьте порт маги. Не хотим. Ой, ты у тебя сколько стоит сиронит? Какой сиронит, блять? Ну, древнейший. А я кому два дал сиронита сегодня? К мастеру? Мне, да. Я верну сейчас. Так, это самое. Ну, короче, вот так. А я не знаю, как по хилам-то лучше сделать. Трисия больше даст. Мы в 5 били в тот раз, или во сколько мы били? А Продикс, есть смысл 5, убить, да, тебя, получить ачивку и потом из чего в Вока идти? Чука, Трисия, куда? У него первых 4 боссов нет. Он же. В Вока он попадет, а вот ЦС нет. Попадет. Есть смысл, нахуя тогда вообще сидеть, блять? Есть смысл, конечно, принимайте суммон, блять. Так.